В аэропорту Владивостока состоялся первый за 3 года рейс в Харбин. Полеты в Китай будут осуществляться 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям в период с 26 марта по 26 октября 2023 года. Первым рейсом в Китай с деловой поездкой также отправился губернатор Приморья Олег Кожемяка. Цель поездки – установление отношений с приграничными провинциями Дилинь и Хэйлудзян для наращивания торговых отношений и туристических обменов. Мы практически 3 года не могли посещать друг друга. Открытие Китая для туристов, для приморцев имеет большое значение и для экономики, для социальной сферы. Мы на протяжении многих лет не только дружим, у нас тесные экономические связи, работают совместные предприятия. Мы знаем, насколько Приморье привлекательно для китайских туристов, для бизнеса, поэтому этот диалог и эта поездка даст возможность для более широкого сотрудничества.